башню с часами. Она охраняет время во всем городе. Если часы на старой башне остановятся и пойдут вспять, то весь город умрет. Теперь ты хранитель времени. Ты уже привыкаешь к новому дому? И в школе тяжело, дети дрыснут. Ничего, Ксюша привыкнет, все будет хорошо. Если вдруг случится беда, то мы с тобой пойдем в темный город и заведем часы опять. Добро пожаловать в темный город. Ты здесь, потому что твое время вышло. Что ж теперь делать? Завести часы на старой башне и не попасться ведьме. Возвращайся. Что все это значит? Что случилось? Город сгинет вместе с ним, и мы с тобой. Остановились стрелочки! Если завести часы, то все станет как прежде. Чего ждем? А что, если выхода нет? Только ты решаешь, где выход. Мама. Она борется. Ты должна это сделать! Не победить нам ведьму! Ее это мир! Тебе страшно? Надо прыгать! Браво! Я больше не боюсь. Что поставишь? Ее!